Всем здравия, друзья! Сегодняшнее видео будет краткое. Сегодня 16 число, и мы повезли нашу обезьянку на операцию в Ростов. Мы нашли хорошую клинику, где можно будет сделать ретроградную ринаскопию. Вот, оставили ее пока в клинике, врач там будет делать все необходимое. Есть такая вероятность, что может потребоваться КТ. То есть сейчас мы ожидаем звонка от врача, все это происходит в реальном времени. Поэтому сколько все это будет стоить, мы не знаем. Друзья, все, кто хочет помочь обезьянке, реквизиты в конце видео. Но отчет будет по факту, как мы получим на руках чеки и документы, отчитаемся обо всем. Обезьяна, останавливайся, все. Обезьяна. Рассказывай. Ну что, едем в клинику. В Ростов. Сегодня будут ее смотреть, исследовать, нужна операция или нет. Может, там ну, резать не придется. Как-то попроще. Одним зондом получится это провести. Мы, если честно, не совсем представляем, как эта операция проводится. Ну, по правилам. Поэтому нам сегодня все объяснят. Да. Обезьянка. Обезьяна. Ну, обезьянка еще ничего не подозревает, я смотрю, да, по ее настроению. Че, пойдем? Давайте. Грузитесь. Еще погода такая опять выдалась. Снежная. Да, это твоя коробка, бибизяна. Там твоя игрушка, заходи. На всякий пожарный берем, что не знаю, что в клинике. Так, ну все, мы поехали. Так, короче, ты объяснила уже ситуацию? Ну да, я сказала, что мы едем на операцию. Что у нас сюрприз такой, да, произошел? Да, сюрприз. Что, да, договор был на 23-е. Ну да, это, кстати, странно. Да, и вчера вечером мне позвонили из клиники и говорят, вы помните, что у вас завтра на, ну, прием назначен на 2 часа? Я удивился, что на 2 часа, на завтра, ну, опять же, суббота, говорю, да, да, конечно, ну, чтобы побыстрее. И... А потом мне говорят, ну, к 10 подъезжайте. Почему на 2 часа и к 10 подъезжаете, я не понял. Короче, вот мы едем в клинику. Mm-hmm. Вот. Едем с обезьянкой. Ну, расскажем потом, да? Да. Или что? Сейчас да. Не буду отвлекаться, потом расскажем остальное. Да, да, хорошо. Обезьяне интересно, куда мы едем, да? Интересно? Обезьяна. Обезьяна. Она тебе полижет за уши. Ну все, друзья, мы в Ростове приехали. Вот она клиника. Пойдем. Да. Или давай ты сбегай, узнай, а мы подождем. Давай, хорошо? Хорошо. Беги. Ой, какая красотка. Только нужно будет бахилы одеть. Надень. Да. Привет, скажу. Какая панцирная обезьяна? Можете проходить? Скажи, что-то я подозреваю, вы меня уже возили в такие комнаты. Со столами из нержавейки. Вон, глянь, кстати, видишь, у меня вот слезится глазик. Ну, у меня всегда слезится. Вот. И носик тоже. Носик почистился, да? Давай. Дай лапу. Сделай, дай лапу. Дай лапу. Лапу, да? Дай лапу. Дай лапу. Что-то не даю тебе лапу. Лапу, дай. Дай. Скажи тебе. Бибизяна, бибизяна. Виктория, в общем, обезьяну мы оставляем, друзья. Прошли мы допрос очень серьезный. Я очень рад, что здесь такая клиника, где все досконально, когда доктор интересуется всеми подробностями. Это очень здорово. В общем, сейчас мы обезьянку оставляем. Сидеть здесь нам смысла никакого нет. И когда нам позвонят, мы за ней вернемся. Все? Все. Пока. Друзья, ну, в общем, мы едем домой, потому что здесь мы не можем остаться и ждать завершения процедур. Тем более, что туда в клинику, в стационар не пускают вообще. Обезьянку у нас забрали. И когда ну, все будет сделано, нам позвонят. Правда, мы не знаем вообще, ну, сколько все это будет стоить, какие будут проводиться манипуляции. Но клиника понравилась. Я думаю, там все будет сделано правильно. В общем, вот, мы пока уезжаем. Друзья, в общем, сейчас наша обезьянка
На операции мы ждем звонка и поедем ее забирать. Снимать, вести съемку в клинике нам запретили. Ну и, собственно, и в стационар тоже не пустили. Поэтому вот так вот сидим и ждем. Потом, конечно, когда поедем ее забирать, все опять вам покажем. И вообще всю историю обезьянки, как она к нам попала, как, собственно, все это начиналось, вы можете увидеть в роликах. Мы вам оставим ссылочки в описании. Я прикреплю все. Да. Спасибо, друзья. Смотрите, смотрите наши ролики, смотрите, следите за судьбой обезьянки, смотрите наших других собачек. Выбирайте себе питомца, не забывайте лайкать наши ролики. Да, и подписываться на канал приюта. Переходите на другие ролики, друзья.